В столице Чувашии завершился онлайн-хакатон. Оренбург, Тюмень, Набережные Челны, программисты и дизайнеры IT-компаний самых разных уголков России объединились в 25 команд. Все они выпускники и студенты крупнейших технических вузов и СУЗов нашей страны. Два дня участники хакатона разрабатывали сайты о реализации национальных проектов в республике. В качестве экспертов выступали руководитель Мининформполитики Чувашии Михаил Анисимов и его заместитель Екатерина Грабко. Соревнования проходили дистанционно, как и защита проектов. Капитаны команд в режиме видеоконференции представили свои разработки членам жюри. В итоге три сильнейшие команды разделят между собой призовой фонд в 300 000 рублей.